Победителем в 11-м международном юношеском турнире по вольной борьбе на призы Бувай-Сарасатиева стала Россия. Наша сборная забрала с собой 7 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых наград. Единственное для красноярцев золото завоевал уроженец Назарова Кирилл Шилов в весовой категории 76 килограммов. Хорошую конкуренцию российским борцам составили гости из Узбекистана и Японии, завоевав первые места в трех категориях. Каждый чемпион получил сертификат на 50 тысяч рублей, обладатели вторых и третьих мест по 30 и 15 тысяч соответственно. Напомним, турнир Бувай-Сарасатиева считается одним из самых значимых молодежных событий в мире борьбы.